Развитие судоремонтного кластера – одна из важнейших задач, которые сегодня стоят перед экономикой. И, конечно, в условиях санкций решение этой задачи усложняется. Это действительно так. Прежде всего, потому что, безусловно, существует и существовала определенная зависимость от импортных материалов, от импортного оборудования. И этот вопрос, эта проблема сегодня решается. Но наша задача – поддержать этот проект, тем более в такой непростой период. И очень мы рады, что наши совместные усилия, наша многомесячная работа завершилась, и компания расширяется и получила статус резидента. Я сейчас говорю, конечно, о той, наверное, отправной якорной точке в развитии судоремонта, которую мы называем компанией «Ремнова». Это группа компаний «Нареба», холдинг «Нареба», и это точка отсчета, которая у нас станет площадка судоремсервиса, площадка в районе Завойка. Она уже функционирует, она уже работает, а сейчас, получив статус резидентов, конечно, это значительно облегчит финансовую нагрузку для компании, и мы не сомневаемся, что простимулирует этот проект.